Готовим карамельно-банановый пирог. Берем молоко, сахар, дрожжи. Ждем 15 минут. Кладем сливочное масло, яйцо, соль. Кладем муку и замешиваем тесто. Накрываем тесто пищевой пленкой и держим в тепле 1 час. Дальше растапливаем сливочное масло. Добавляем сахар. Варим карамель. Готовую карамель вливаем в форму. Я накрыла ее пергаментной бумагой. Кладем бананы. Убираем в сторонку. Дальше раскатываем тонко тесто. Смазываем вареной сгущенкой. Режем полоски. Сворачиваем каждую полоску в рулет. Кладем в форму с бананами. И ждем еще 30 минут. Дальше выпекаем 45-50 минут. Пирог готов. Всем приятного аппетита. С вами была Дания.